Всем добрый день. И сегодня, и как обычно, по многочисленным просьбам наших покупателей, заказчиков, мы расскажем вам про дверь купе. По новой. Так как мы ее решили установить со стеклом. То есть, видите как? Сейчас я вам покажу. Теперь здесь у нас стоит дверь купе стекло. Она стала потяжелее ходить. То есть, помягче. Так вот сбоку. Сейчас обойду и покажу вам. Гуся, я тебя накормил, все. Вот смотрите, как она выглядит. То есть ставятся 4 стекла. Они крепятся с помощью вот таких пластин прижимных с болтиком. Гаечки выходят на другую сторону. Если мы сейчас откроем, то мы увидим. Вот они, видите? Вот здесь у нас наша резиночка стоит за подлицо. Здесь самоклеющаяся. Вот такие двери купе. Значит, что из минусов? В том, что вот когда вот она в открытом положении, видите, вот здесь вот. Когда она в закрытом, получается вот оно, отверстие. Вентиляция. А так стоит здесь резинка, которая стопорная. Которая герметизирует этот стык. И второй минус, это, конечно, полозья. Почем ездят сами двери купе. Вот обратите внимание, видите, два уголка. Один вовнутрь, один тоже под него. И вот на все вот так 25 на 25. То есть можно споткнуться. Здесь грязь бывает собирается, но куда вы пользуетесь, ничего не собирается, все работает. Под стекло они даже стали лучше. Но здесь нужен будет конструктив. Если вы собираете без монтажа, вот здесь должна быть ставится даже база-крышка. Вот. И здесь, которая соединяет стекло, видите, чуть-чуть. Но она на 4 метра ляжет, и надо будет низ полозье отодвинуть. Видите, вот так вот. Тут уже есть вот поликарбонат 4 миллиметра и сама крышка. Ну, из плюсов, какие плюсы? Минусы только вот эта вот щель. Вот. Все, больше минусов нету. Из плюсов, что не занимает никаких мест. Ну, места не занимает, чтобы дверь распахивать. Просто открывается, как мы видим. Раз. Два. Также закрывается обратно. Здесь стоят торопластовые вставки. Все легко и просто. Вот это самый главный плюс. В том, что не занимает места никакого. Все. Так что заказывайте, пользуйтесь. Все супер. Ну, а дверь стеклянная, конечно, это уже совсем другой вариант. Она полностью встает, как мы видим, во всю раму. Видите? Здесь полностью все закрыто. Цельное. Но цена, например, двери 15 тысяч рублей, а двери купе 4600. 3 раза дешевле, совсем уже другой ценовой диапазон. Но в основном их двери купе у нас заказывают, это у кого мало места совсем, или на двери перегородки. То есть на двери, говорю, на перегородке. Чтобы не было, не занимало места много, открывать когда. Раздвинул, и все отлично. Вот такая красота, дверь купе. Всем прошу жаловать. Так что ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда расскажем с удовольствием о всем.